Отряды старшеклассников «Манас», учащиеся средних классов «Семитей» и самый младший «Сейтык» принесли присягу сохранять и развивать культурно-традиционалистические ценности страны. Теперь они не просто члены молодежного объединения, а связующее звено в воспитании чувства патриотизма и любви к родине. Беречь ее, как зеницу ока! Любить родину, беречь ее, как зеницу ока! Жить по завету великодушного «Манаса»! Жить по завету великодушного «Манаса»! Этот проект особенно востребован в наши дни и реализуется в рамках указа президента страны. Другим же указом мы продолжим обеспечивать население Чуйской области современными, качественными, отвечающими всем стандартам школами. Если в прошлом году в регионе было сдано в эксплуатацию 5 школ на 1575 мест и дополнительные корпуса на 600 мест, то в этом году на территории появится 10 школ на 2245 мест. Детско-юношеское движение, носящее имена трех великих баатыров из запаса «Манас», впервые образовано в Аламединской средней школе номер 1 имени Иманалы Айдарбекова. Отряд будет активно участвовать в жизни школы и тесно сотрудничать со всеми сторонами. Это будет связь между старшеклассниками, учителями, с родителями, и, конечно, ИДН тоже будет здесь подключаться. Между нами будет очень тесная связь, и мы будем работать постоянно со всеми организациями. Мы сегодня не останавливаемся, будем проводить еще в других районах. Это будет в сентябре. Подготовка уже идет. Духовно-нравственные ценности народ сохранил через века. Но вот постепенно люди стали их забывать. Именно поэтому создание таких объединений, в особенности с участием школьников, сейчас как-никак актуальным. Дети, изучая свою культуру, они смогут потом таким же образом и интересом изучать культуру других народов, которые проживают на территории нашей страны. Тот человек, который уважает свою историю, свое этническое наследие, свое культурное наследие, она сможет таким же уважением потом относиться к истории и этническому наследию других народов. Ожидается создание отрядов «Манас», «Семитей» и «Сейтык» во всех школах Чуйской области. В организацию вступают активные, смелые и креативные ребята. Салима Дюшенбекова, Джумабай Исманалиев, СТВ, Аламединский район.